Показалось, что вооружен. Очередной скандал с убийством афроамериканца полицейскими расследуют в штате Мэриленд. В дом 41-летнего Спенсера Маккейна в пригороде Балтимора наряд ворвался после звонка соседей, которые жаловались на громкие крики. Как заявили офицеры, они подумали, что хозяин намерен обороняться. Это и стало поводом к тому, чтобы открыть огонь на поражение. Позже выяснилось, оружия у Маккейна не было. От полученных ранений он скончался в больнице. Троих стрелявших полицейских наказывать не стали. На время разбирательства их просто отправили в отпуск.